Приветствую всех, друзья! Сегодня мы поговорим об обработке звука на компьютере. Ну, в общем, дальше меня видно не будет. Вот мое присутствие буду обозначать движением курсора. Мы находимся в Adobe Audition, и сегодня я хочу показать, как обрабатывать звук с помощью нехитрого простого плагина, который есть в открытом доступе в интернете. Да, кстати, обрабатывать можно точно так же в любом музыкальном редакторе, в том же самом Reaper. Вообще он меня бесит. Вот, ну, мне удобно в Adobe Audition. Значит, что здесь? Есть бэктрек и есть моя дорожка, где я играю. Все вместе, вместе с обработкой, это звучит у нас вот так. Ну, я думаю, понятно. С чего начнем? Значит, сначала выключим бэктрек. Значит, что у нас звучит? Вот, а теперь выключим обработку плагином. И как же звучала изначально гармошка? Специально писал все одним дублем, без обработки, без всего, чтобы показать, как все это работает. Так, ну, что же мы делаем? Включаем обратно подложку. И у нас будет вот так звучать. И теперь как раз включу плагин, о котором хотел сегодня рассказать. Вот он. Называется Launchbox Amp Sim. То есть имитация, симуляция усилителя. И немножко разберемся с функционалом, что у нас здесь есть. Ну, понятно, основные ручки громкости, гейна, частот, в общем, как обычно, на обычном комбике. Что интересно, можно выбрать различное звучание. Значит, мы были на вот этом, USA, пробуем разные. На что влияет оверсэмплинг, я так и не понял. Если кто знает, напишите в комментариях. Дальше самое интересное. Педали. Посмотрите, где они, на коврике. Прям так и вижу, как я нажимаю эти педали ногой в рваном носке. Или в вязаном бабушкином носке. В общем, давайте поиграем с педалями. Ну,
это... То есть понятно, да, что делает эта педаль. Она как раз создает эффект комнаты. Вот сейчас будем с ней играть. Так, вырубаем дальше эхо. На большом стадионе. Так, давайте вернемся. Сейчас сначала начнется. Понятно. Так, у меня есть, правда, тут уже готовый пресет блюз, то есть можно послушать, что было с пресетом. Так, ну ладно, убираем педальки. Возвращаем. Значит, и, конечно, тут можно отменить последнее действие. Включить, выключить. Так что очень удобный плагин, такой нехитрый, без наворочек. Можно, конечно, гитар-ригом пользоваться там или еще чем-нибудь подобным. Но для начала, для какой-то такой обработки первоначальной для себя, очень мне нравится. И нравится оформление, нравится управление, нравится звучание. Все прям здорово. Ну что, подведем итоги. Кстати говоря, играл я на гармошке из стоп. Это из стоп блюз в тональности соль с крышками от блюз харпа. Очень удобная гармошка получилась. Как видите, звук можно обрабатывать совсем нехитрым способом в домашних условиях. Ну, на мой вкус и взгляд, слух получается вполне себе нормально. В конце надо, конечно, сказать что-то мотивирующее. Хочется вспомнить одну восточную мудрость. Насколько хорош бы ты ни был в каком-либо деле, помни, что всегда есть кто-то лучше тебя. Ну а самое главное – здоровье.